Новости будущего. Добрые новости будущего. Ура! Вступила в действие новая эволюционная программа для Земли-матушки, установленная и запущенная ранее для квантово-кварцевого лептонно-голографического кристалл-генератора планеты Земля. Уже заканчивается важный ее этап – осенизация и полная зачистка планеты от сущностей и существ, паразитирующих на теле Земли и человечества. Как это происходило? К Земле потек солнечный ветер со скоростью в 5 раз выше обычной. От черной дыры, источника М87 из созвездия Девы, пришли потоки частиц энергии 10 в 19 степени электрон-вольт. Это была настолько мощная энергия, что ее частицы долетели до нас без отклонений в галактических магнитных полях по кратчайшей прямой линии. Участником этого волшебного космического действа, похожего на хирургическую операцию, стало обновленное Солнце. На нашей звезде произошел мощный магнитный взрыв с переподключением силовых полей и выбросом огромного протуберанца. Ученые-геофизики и астрономы зафиксировали не имеющие на сегодня аналогов космические артефакты. Новости будущего. В результате этих целенаправленных действий божественной иерархии света произошла замена иерарха, управителя Солнца. А по направлению от Земли к черной дыре М87 образовался своеобразный зонд, образно говоря, сообщающийся трубопровод-портал для депортации всех паразитов, оккупировавших нашу планету в период ночи галактических суток. В каком бы обличии они ни были – вирусы, солитеры, грибы, сущности в лечении людей, жаждущие только потребления и разрушения. Для них пришел конец. Мы делаем новости будущего. Среда обитания на Земле стала для них невозможной. Отныне и навсегда паразитизм обречен. Все паразитирующие сущности, клоны и падшие существа послушно и безоговорочно покинули планету Земля. Планета-мать сыра Земля стала территорией светлых сил, а Святая Русь – духовным пространством и державой радостного и светлого бытия. Ее высокие чистые вибрации подходят только светоносным обитателям Земли, только родорожденным людям и человекам, обладающим душевной крепостью, духовной стойкостью, совестью, светлым разумом, чистым сердцем. Каждый пробужденный и осознанный человек может поддержать и усилить действия программы счастливого спасения нашей матушки Земли, природы и человечества, озвучив ее на рассвете в состоянии сердечного горения. Славен в веках союз любви Земли и Солнца, бесконечно возобновляющий чудо жизни в белом роде и в святой природе. Вести пришли из эволюционно-интеллектуального клуба «Светлодар», совет родов Светоруси. Прочитала Валерия Павлова. Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».